50 метров, по-моему, зона, да? Да. Что, 50, Для 200? нашего количества людей хватит. 200? Причем 50? А выходить можно с дома? Нет. Нет. Ё-моё. Плохо, да. Так хотел с глушаками наваляли бы им полностью. Да. Три трофейные машины. О, беру РПГ. Я тоже беру. Я тоже. Все, мы забили РПГ. В прошлой миске я отличился. Вы все наверх сошли, что ли? Что-то едет на востоке. Да. Пуск, что ли? Машина. Я тяжелый. Вы будете удивлены. М60? Нет. Право. Что с ним? М113? Да. Я думаю, да. А то я заикнулся и забыл гай. Пус. Давай. Ты видишь, ты куда пушить там? Да, куда-то пропал. Так, а погоди, не зашел на... Американцы. Форма какая? 80-х годов. Вудланд? Да. Зеленый. Троллит, мотор. Хоть будет, я цвета не знаю. Лесной камуфляж. Подобие флоры, что-то. Темнее. Вам хватит. Где полетел? Сколько еще? Не понял, заглушился как там. Ну что, 13. Это своя ГПшка была? Не-не, враг. Откуда у нас ГПшка? Не знаю. Тут какие читеры завелись. Блять, уже бегают нахуй. Где они у тебя бегают? На 60 от меня. У красного дома там бегало. Рядом, рядом еще. Нас под домом холодок, юго-восток. Ответка. Так, вот вижу, как надо. А, минус один у нас. Да. Да он так хорошо упал. Как сухостой. Отсюда у меня зеленый есть. Схожу, проверю. Проверю, схожу. А, нет, не схожу. А тут сверху вход есть, ё-моё. Да? А я-то думал, нет? Езжает, блядь, на.
юга. Поток. Одного с ним. Одного кажись у нас. Вон она, блядь, по дороге едет. Сейчас, вам бил пишет. Вау. Тебя пошли? Да, пошельная. Короче, какой-то везучий, почему-то вот он вылазит, я стрелу даю, а следующий как будто, ну, осечка, короче, ну, не стреляет в меня, я в него говорю, чё вообще? Что-то не понял, кто меня снял? Он убил тебя с, вон, здания. Ага. С окна. Короче. А, снова? Понял, да. Теперь чё. А как он туда зашёл? Так же, как и я, с торца. Видимо. Он забрался как-то, короче, по вот этому там, где. Ну я понял, сбоку, с севера есть, я там также зашел. Гасит наших кустов. Угу. Хо-хо-хо! Козырно, козырно лежат. Че? Макдок, качкар. Ну. Эти там долго могут быть. Только РПГшка выкуривать. Еще надо узнать, что они там. Ну да. Всем надежда на Пурпова. Он, кстати, кого-то замаслил даже. Я тоже кого-то замыслил. А я такое видел, как люди умирают. О, Кары еще убили? Да, меня с дома убили. Сзади. Не повезло. Это, короче, Петух, как ты, блин, это, заходишь ко мне в домик и, блин, ну, я типа стреляю, а следующая пуля тупо не летит. Такой, чё? Меня ты... Даешь очень. Изи было. Курпало все? Я думал, они уже в городе бегают, а еще никто. Я один, походу, был, да, в городе? Да. Нет, там еще тут. До последнего война? Да. Я там кого-то замысел, нет? Ты кто? Какого бот? М? Какого бот? Не, говорю, замысел кого-то, нет? А? Да, там кто-то лежал уже у тебя впереди. Кого-то мог замыслить. Ого, ой, бензай может сейчас увидеть. О! Блин, не увидел? Не-не-не.
может, бонзай сейчас увидит. Скорее всего. Мы уже увидели, да? Да, увидели. По нему свои работают? Нет. Из эмки. Ну, там по 8 труб в каждой машине, по-моему. По 4 в каждой. Или по 4, да. А то мне некуда было их складывать. Одного убил, второго. У одного вообще две было. По-моему, все бонзо. Не попали. Да, ушел. Убежали. Ну, это АКМ. Наверное, не выкупают, откуда вы стреляете. Ну, конечно. Глушитель же ничего не слышит. Ну, ранен. Там мне кто-то в спину стрелял и не мог попасть по мне. Кто это был? В арке еще сидел. Откуда нет его? Паша, ёлки-палки, в сборке уже есть М14 без прицелов ТЦО. Я идейный. Ну в смысле идейный? Ну какие ТЦО? Ну ты... Выкупаешь год какой? Нет. Меня просто в текстурках. Я ж не выдержу, вскрою ее и поменяю. Как тебе надо, Ворон. А ты за кого был? Не, ну правда, что не поставить? Я забыл просто. А я откуда знал, что там есть такое? Я тебе говорил. Ты мне говорил про калаши какие-то там есть. Я тебе про много чего. Ну ты бы не сказал, там много оружия, я калаши только нашел. Про инграунд ничего не глядишь? Ну, я только калаша искал. Ну глянь, короче, потом. Пока заменю. Ты не могу уже в этих мисках видеть вот это вот. Мешает, запеределай. А? Мешает, переделай. Хорошо. Блин, вот надо было мне именно в этой арке остановиться. Надо было дальше бежать. Ну как раз было видно вот эту арку. Справа-слева дерево было. О, махнул, зашел. Они что там залипли на этом севере? Там не так страшно. Технику бросили? Бонзай что-то там высматривает. Я так понял, ни одного выстрела РПГ не было? Не смогли. А с Доника я тебя сразу убил или нет? Сразу. О, опять бонзай стреляет. Они с бонзай. Кто же там с тобой шел, короче? Ну, был Верос и Флэр. На крыше засели. Чертяки. А кто наблюдал? Кто по мне по елке стрелял? Никто не видел? Сейчас. Да, сейчас кочегар. Кочегар, да, стреляет. Не-не, перед, когда я лечил пятого. Когда гон был. Не знаю. По Махно стреляли только что. Какой он везучий, гад. Махно? Да. Да я про тебя тоже сам могу сказать. Ой, господи. Еще повезло, что косой. Да-да, еще повезло, что косой. Это главное, вокруг него именно. Не в него, а вокруг него. Да-да. Это он предупреждает. Убойся, мы сейчас умрёт, смотрите. А, они не смотрят. Смотрят, Макдок или кто там бусы. Не видит. А, Макдок увидел, да? Не, не видел. Увидел. Да, видел. Всё, Махна. Они, в принципе, а, он живой. Я, короче, в этот канал перезашел, я слышу, что они говорят, Махно сейчас сказал, типа, подтверждаю у них ПБС, и его тут же расстреливают. Только узнал, что у них ПБС? Да. Как бонзай у меня? Крыша. В смысле, упал? Нет. Он ранен стрелял. Как так? Понятно. Его сейчас вылечат. Да я какой-то своего расстрелял зеленого.
по идее, если есть медкит, а должен быть у этого. Да, может. У меня было там 6 медкитов. А кто ГП шел в самом начале? Я ГП шел. А, понятно. А тебя убьёшь, по ГПшке? Нет. Поранил. А кого-то убило с М2 или с ГПхи? М2 по мне стреляло, по моим ёлкам, я убивал их. Чуть своих не убило. Так долго работали? Хоть какая-то, думал, польза будет. О, Гонза подходит к домам. Ему это не по... это ему не поможет. Ну, да. Его сейчас так же, как и меня, наверное, хлопнут. Возможно. Опана. Чё? Гонза? Не, Гонза, Гонза. Он у меня в дом зашел. Как они вообще туда выкарабкались? Гонза гранатка. Сбоку, из леса. А, слева. Леса. Там же перешагнул, перешагнул, все там. И ты там. Там вроде рядом такой же дом. А, нет, там. Ну, в следующий раз так не спрячешься. Ну да. Все прошарены. Все туда будут стрелять, да. Гонза в следующий раз можно на другую сторону крыши перебежать. А уже в третий раз уже не получится. Третий раз по центру лечь. Это... Улица или, по центру. Или на лесах, короче. Ну, Гонза понял, походу. Он у меня вообще... О-о-о, все, о, Гонза нет. Спецназ. Он у меня вообще... О, все. Услышал. Ну, он увидел же глушитель, он прострелит. А, нет. Ой-ой-ой. Да. Эх, ты был близок. Нет, ну махну навряд ли. А ты успел сказать где? Нет. Так никого вроде не оставалось. Махну еще. А, есть там два человека. Ну, на кого вроде не было. Махну не выучил, опять туда лезть. А, Махну думает, что не получит маслен. Да. О, граната полетела. Прилипнет. Ты гранаты в год заранее. Хорошая граната. А, он походу не ту кинул, он хотел дым кинуть, но кинул не ту. Не, ну это уже все, я думаю. Ну сейчас увидим. Да не, Махно просто стрелок, он даже. Сейчас еще один умирает, по-моему. Ну, Махно сам себя ранил. Вот АБС-ку полутать хочет. Полутал. Даже не он везучий. Ой, пошли в другого попасть оружие. Они увидели их? Да. Мы не знали, что они там сидят. Стреляли по Махно, попали в оружие с этим, с другом. Бронированное оружие? Да. Армани, честно. Куда Махно дым кидал? Да, на них. Куда он кидает? О, глянь, живучик. Фига себе. По нему хоть попали вообще? Нет, он везучий какой-то. Вот и все.